Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Faust от производителя Freya. Это коллекция люстр с абажурами. Предлагаются здесь модели на 6 рожков. Это данная модель. Еще на 8 и 12. А также есть бра на 2 рожка. Основание люстры из металла. Цвет его бронза. Абажуры здесь правильной цилиндрической формы. Из органзы бежевого цвета. Высота его будет 16 см, а диаметр 11. Люстра украшена хрустальными подвесками каплевидной формы. И плюс под каждой лампой есть еще вставка овальной формы, тоже из хрусталя. Патрон здесь Е14, он из термостойкой пластмассы. А максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочек в комплекте не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, которые выдают около 50 Вт каждая. Можем ее включить. Абажур немного приглушает свет. Основной поток света будет направлен вверх, в потолок, и уже от него отражаться. В целом освещает она хорошо. Такая люстра подойдет для помещения любого типа. А площадь этого помещения может быть порядка 15-18 квадратных метров. Высота у нее регулируется, максимальная она здесь 1,10 м, минимальная может быть она 60 сантиметров, если всю цепь мы убираем. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши будет 11 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!